Тем временем Россия призывает партнеров по Шанхайской организации сотрудничества присоединиться к собственной системе финансовых сообщений. Предложение прозвучало на втором экономическом форуме ШОС, который в эти дни проходит в Ташкенте. Глава Минэкономразвития Федерации Максим Решетников заявил, именно переход к российской системе обеспечит бесперебойную работу между банками стран-членов. Он также отметил, что партнерам по организации пора постепенно отходить от доллара во взаимной торговле и переходить на расчеты в национальных валютах. По его словам, работа в этом направлении дает позитивные результаты. Четверть оборота между Россией и Китаем уже осуществляется в рублях и юанях. Кстати, вопрос постепенной дедолларизации ШОС включен в повестку сентябрьского саммита с участием глав государств. Он пройдет 15-16 сентября в узбекском Самарканде.